видно и по игре с Локомотивом, что несмотря на то, что Спартак у Локомотива разгромил его, и казалось бы, зрелищная игра смотрелась, событийная была, она такая же зрелищная и событийная была с Динамо, но качество игры было невысокое. Среди защитников лучшие показатели у Паршевлюка до травмы, поэтому он получил четверку. Здесь еще большой вопрос, в чью пользу ошибся, как они говорят, ошибся судья. Здесь можно давать опасную игру самому Паршевлюку, потому что он опаздывал к мячу. Там уже игрок был в полете, он уже ничего, свое движение изменить не мог, и больше того, он не видел его, он шел сбоку, и там всякое, вот надо остановить, там хорошо видно, что у него все внимание было на мяч, а Паршевлюк уже, как говорится, голову сувал тогда, когда он уже в полете уже играл в этот мяч. Здесь можно Паршевлюку давать опасную игру. Вот Кариока по показателям сыграл лучше всех, причем он не первый раз уже выдает такую игру. 18,7% брака, показатели для опорного полузащитника, 48 техника тактических действий, с учетом того, что он не всю игру играл, хорошие. Но вот это безобразное поведение, первую карточку получают за разговоры с судьей, а вторую в центре поля, где не было никакой необходимости нарушать, и в результате подводит команду. На 30 минут команда оказывается в меньшинстве, и все могло плачевно для Спартака закончиться вплоть до поражения. Имените 61 техника тактических действий, 49% брака. Но это тот случай, когда Динамо с ним просто-напросто справилась, грамотно построили игру в обороне, и плюс ко всему не было должной поддержки со стороны партнеров для того, чтобы его грамотно обслужить. Спартаку в меньшинстве даже удавалось сделать так, что у «Динамо» преимущества игрового не было. «Динамо» смогло только выровнять игру после удаления Кариоки и более-менее оказать давление. Это в последние 10 минут на воротах «Спартака». И игра завершилась в ничью, что в большей степени устроило «Динамо», чем «Спартак». Макеев тройка, Пореха тройка, Сухи 4 с минусом, Ари двойка, Зюба тройка, Паршевлюк 4, Кариока тройка, Камбаров Дмитрий тройка, Могили четверка, Имените двойка, Шишуков двойка, Камбаров Кирилл двойка, Брызгалов без оценки. Карпин, откуда Карпин взял в первом тайме 20 фолов со стороны Спартака и один фол со стороны Динамо, не знаю, то ли ему приснилось, то ли еще что-то на него подействовало, когда он такие цифры называл. Но вот здесь штрафные считаем 11-7 первый тайм. Вот это не придумано, это то, что могут видео поставить, посмотреть, вот это то, что было. Вместо того, чтобы наводить порядок в команде, дисциплину наводить и давать адекватную оценку после матча, вот в данном случае, ну вот что ты накатываешься на судью? Он здорово отсудил, и оценка у него высокая, и я больше чем уверен, что у Розетти никаких претензий к нему не будет. Вот. Чему такая оценка? Вместо того, чтобы с Кариоки спрашивать, он наезжает на судью. И уже не первый раз. И поэтому команда, она не чувствует своей вины, она считает, что виноват всех, кто угодно, только не они. В «Спартаке», я уже неоднократно говорил, там проблема не в том, какое место займет команда. Там в первую очередь проблема, что в профессиональном клубе главный тренер не может быть одновременно генеральным директором. Это лишний раз говорит о том, что, во-первых, «Спартак» — это не профессиональный клуб. И президент клуба, Федун в данном случае, он вообще не компетентный в этих вопросах. И сама вот это положение, она ненормальная для профессионального клуба. Поэтому вот это вопрос номер один для «Спартака».